прошедшие выходные в нашем городе прошли соревнования по плаванию среди детей в спортивном комплексе «Чемпион» на базе университета в ГУЭС. Здесь происходит ежегодное соревнование по плаванию для детей, которые занимаются у нас плаванием. У нас 4 дистанции. Для детей помладше 50 метров, постарше есть 100, дистанция более сложная. Также была дистанция 25 метров. Это детки, которые только пришли плавать, они научились и показали, что умеют плавать 25 метров. Вот. Возраст здесь от 4 лет до 15, то есть для всех. Страшно, но я жду, что хотя бы 3-е место займу. Меня зовут Данил. Мне 14 лет. Попробовать хотел, выступить первый раз. Попробовать занять хотя первое место, второе. Нервничаю немного, но надеюсь, что все получится. Этот спортивный комплекс был выбран местом проведения соревнований не случайно. Ведь «Чемпион» – это единственный в России спортивный комплекс таких масштабов на базе вуза, который предоставляет полный спектр спортивно-оздоровительных услуг. Что же касается школы по плаванию, то она одна из самых сильных на Дальнем Востоке. Именно здесь первый год. До этого мы 5 лет плавали в другом месте. Ну, продолжаем здесь свою спортивную карьеру. Мне нравится все. И вообще надо с позитивом смотреть на все. Замечательные тренера, замечательные соревнования, все быстро организовано. Вопросов нет. Спортивный клуб «Чемпион» собрал один из самых сильных и профессиональных тренерских составов в городе. И подтверждение тому – награды и регалии самих учеников. Воспитанники – это мастера спорта по плаванию, морскому многоборью, победители и призеры всевозможных соревнований как на региональном, так и на федеральном уровне. У ребенка это получается второе или третье соревнование. Занимаемся мы где-то 1,5 года и... Ну, волновалась, чтобы со старта вовремя ушел, со свистка. И, ну, конечно, из-за результата переживали, потому что разряд хотим получить уже. Но самое главное во всем этом не тренера и даже не спортивный клуб. Самое главное – это запал в глазах детей. Ведь плавание – это тот вид спорта, который дарит здоровье и приносит массу позитивных и искренних эмоций. Я впервые участвую в соревнованиях, занимаюсь 5 лет уже. Ну, решил попробовать, ну, не зря трачу усилия, ну, немножко нервничаю, но, а с другой стороны, ну, была не была, все. Алина Кузина, Денис Фадеев, новости на 8.